Конечно же, у нас оперативно, как только мы узнали об этом событии, были оперативно извещены руководители всех образовательных учреждений города уже вчера, для того, чтобы были проведены все превентивные меры с целью обеспечить безопасность пребывания детей в наших образовательных учреждениях. Везде может случиться человеческий фактор. Независимо, стоит охрана или стоит там сторож-вахтер. Мы на сегодняшний день... Но это не обсуждается, потому что постановление, которое требует поставить охранника в школу, это федеральное постановление, оно не подлежит обсуждению. Другое дело, что реализация этого постановления – это не однодневный период, это растяжка во времени, но в связи с тем, что это требует значительных финансовых вливаний.